Водитель вот этого автомобиля двигался по Соболековской трассе в сторону города, когда внезапно на дорогу выбежало животное. После удара оно еще пробежало вперед и скончалось на той стороне дороги. Водитель в шоке, свидетели под не меньшим впечатлением. Говорить с нами отказываются. Скажите, пожалуйста, вы видели, что произошло? Под колеса машины угодила сибирская косуля. Их в Нижнекамском районе всего около 40 голов. Они обитают недалеко от Соболековской дороги. Для них отведена специальная территория с кормушками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что животное оказалось на оживленной трассе. Именно произошло это в час пик, когда люди спешат на работу, возвращаются с работы. Водитель не ожидал, он не видел, потому что он ехал за машиной, за маршрутным автобусом. Этот случай в Нижнекамске далеко не единичный. В этом году под колеса автомобилей попали 3 диких зверя. Для предотвращения таких ДТП обычно ставят отбойники и предупреждающие знаки. Несколько раз обращались, чтобы установили дорожные знаки «Осторожно, дикие звери». Вот. На данной территории, на данной дороге такого знака нет. Вину водителя определит суд, и предварительный ущерб составил 15 тысяч рублей. За выскочившую прямо под колеса косулю водителю в любом случае придется заплатить. При этом то, что он фактически невиновен, не имеет значения. Возможно, именно после этого случая на Соболековской трассе установят специальные знаки и отбойники. А водители будут более внимательными, проезжая этот участок дороги. Эльвира Сафиуллина, Максим Липин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.